Привет-привет, ребята! Вы на канале Мистер Кекс, и с вами я, Вовкин. Поиграем в черепашки-ниндзя-легенды, конечно же, будут ваши составчики. Составы от подписчиков. Спасибо, что пишете, спасибо за ваши лайкосики, вы у меня самые лучшие. Ну и что же, ребятки, давайте будем искать составчики, и вот я смотрю... Ой, совершенный Человек-паук пишет, ты самый лучший, ПЖ, передай мне привет. В следующей серии Angry Birds Evolution. Давай я тебе здесь привет передам. Совершенный Человек-паук. Привет тебе. И давайте вообще ищем составчики. Так, Анатолий Калинкин пишет. Пожалуйста, возьми мой состав. Все рафы, кроме фильма. Анатолий Калинкин, пожалуйста. Давайте определимся с боем, с сюжетом, куда пойдем. И напомню, все рафы, кроме фильма. Хорошо, хорошо. Давайте даже в шестую пойдем главу. Да, ребятки, кто ждал видос про черепандеров, конечно же, не ленитесь и ставьте лайкосик. Ну а что же, мы начинаем искать всех рафов, кроме фильма. Представляете? Чем-то раф фильм не угодил Анатолию Калинкину, я не знаю чем. Так, начинаем, в общем, искать. Кто ищет, тот всегда найдет. Ой, фильм же нельзя, фильм не надо. Чего-то я не туда. Так, вот. Так, еще кто остался? Кто? Неужели... А, еще Раф Видение. А еще и Раф Космос есть, но он уже сюда не влазит. Ну, никак просто. Все, ребятки, погнали в бой. И у нас первая волна. Бегут черепандеры, тут маусеры. Ох, маусеры, вот вам... Черепушки получить. Ух ты, гляньте, они еще остались даже живые. Ай-яй-яй-яй-яй, что творится, что происходит? Гляньте, он еще и подлечил всю свою команду. Ну, наглый маусер, на, получай за это. За это он будет наказан и отпарамонен. Так, дальше кто у нас здесь? Так, вот это что это? То-то-то-то-то, индюшачья сила. Заклинание индюка какого-то было, да? Так, гляньте, они прям там что-то не на шутку озверели, да, вот эти вот бандиты. Что-то они там двойные атаки себе хотели сделать, но мы их быстренько пресекли это на корню просто, ребятки. Вот так вот. Так, пиццелицей хан и змей Квьюн. Давайте хана сразу вот таким кулачищей здоровым. Шпок, есть. Ну, правда, не очень так. Топориком добьет. Тут все рафы, ребятки, все рафы. Команда из рафов. Так. И давайте вот такую атаку. Ох, хороша должна быть. Да, есть. Змей Квьюн, не грусти. Не грусти, все будет у тебя хорошо. Но не в этой битве. Вот так вот все, ребятки. Постепенный урон его просто-напросто добьют. Все, победа. 3 звезды. Вот так вот. Вовкин рулит, Вовкин шарит. Так, собираем все вкусняшки и бежим дальше. Так, Руся Абдраисов. Руся Абдраисов. Раф классический и Микки Видение. Что и все? Всего 2 Раф классический и Микки Видение. Ну, это тогда нужно менять главу. Хотя бы 4-ю. Чего ты, грибок, шары свои вылупил, да? Вернее, свой один. Глаз смотрит. Так, давайте к Антошке в гости пойдем. Так, еще раз, что там Руся Абдраисов, Раф классический и Микки Видение. Раф классический у нас уже здесь есть. И Микки Видение. Ох, белок покормим сейчас. Микки Видение любит кормить белок. Он их бросает им вкусняшку, и белки бегут в атаку, атакуют и грызут орешки. У всех просто грызут орешки, кого видят. Так, ну что там, вот наши... 3 бандита. Давайте охладим их немножко. Вот так вот. Остыньте, парни. Есть. И бежим дальше. Кто у нас здесь? Да вот. Все те же самые. Так, белочки. Давайте, пора атаковать. Есть, отлично. И 3-я волна, ребятки. Вот так вот, на изи. Антошка с маусерами. Нашел себе друзей, да? Вот придумал, а? Зачем они ему нужны? Лучше б к черепашкам переходил. На черепашью сторону. Совсем уже. Так, ох, хорош майки Видение. Так, маусер, что, я думал, он лечить сейчас будет. А он не лечит, ну и ладно. Ох, Антошку вынесли. Так, а ну давайте сделаем Микки невидимым. Пускай там потусит чуть-чуть в тумане, да? Ну чего, никто его не видит. Незаметный, прям настоящий ниндзя.
Все, ребятки, победа, победили. Так, Кайрат Эрман. Кайрат Эрман. Кайрат. Кайрат, по-моему. Кайрат Эрман. Вот, твой состав будет следующий. Мой состав 3 шредера. Мой состав 3 шредера. Ну, давайте 3 шредера можно куда-то в другую главу, допустим, в пятую, слушайте. Только в нормальном, сложном не хочу. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. К билконоидам пойдемте. 3 шредера. А вот какие 3 шредера? Давайте 3, которые будут первые по списку. А, хотя тут всего 3 шредера. Что-то я ошибаюсь, ребятки. Вот, тут же их всего 3. Не больше, но и не меньше. Супер шредер, шредер классический и обычный шредер. Так, атака балбесиками. Давайте, братишки, бомбите их, бомбите. Все, вынесли первую волну и бежим дальше. Кто у нас здесь? Так. Так, давайте вот эту атаку. Она тоже очень прям шикарная атака, я бы сказал. Итак, билконоиды, привет. Hello, my friends. Кто будет первым получать? А, тоже есть массовая атака. Все будет у нас, ребятки, просто отлично. Есть, и так оно и произошло. Видите, все хорошо прям. Так, и, ребятки, я смотрю следующий составчик. Оксана Хачатурова. Тигриный коготь. Так, ладно, ладно. Оксана Хачатурова. Сейчас давайте. Кстати, на тигриного коготка можно будет исходить. Почему бы и нет, да? Тигриный коготь, шредер, сплинтер. Так, какой шредер, какой шредер? Давайте возьмем классического все-таки. Так, сплинтер там был еще. Нейтрализатор до неведения. Так, нейтрализатор. А, нейтрализатор. Фух, смотрю на пульверизатора и хотел его уже взять. Вот же нейтрализатор. Потом до неведения, да? До неведения. Вот это до неведения у нас. И кто там еще? Тигриный коготь. Тигриный коготь. Ты где? Кисуля, выходи. Я все равно тебя найду. Так, вот он. Напоминаю, ребятки, это состав Оксаны Хачатуровой. Так, все, в бой погнали. Так, 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 так. До неведения же, да, был? Да, до неведения, я не перепутал. Так, балбесы, в бой. Слушайте своего хозяина Шредера. Они послушные, как всегда. Молодцы, красавчики. Так, бежим дальше. Слушайте, под дождем, надо быстрее отсюда выбираться, потому что под дождем тут лазить как-то ну совсем не хочется. Тигриный коготь, кстати, да, что-то последнее время его редко берут в бой. Выбираете его в составчике, ну, хотя зря. И нейтрализатора тоже редко берут. Хотя тигриный коготь, в принципе, нейтрализатор вообще обалденный. Обалденный именно боец. У него есть массовая. У тигриного когтя массовая нету, но у него есть крутое мачете, еще есть вот такая вот пушечка. Иу! Кстати, тоже массовая. Я уже и забыл, слушайте, какие удары у кого, какие у кого атаки. Потому что давно не играл тигриным когтем, видать. Так, собираем вкусняшки. Так, ребятульки, а теперь переходим в ВК. Будем читать составчики из ВК. Да, ребятки, что я забыл сказать? Может, кто-то еще не слышал. Если вам прям хочется, чтобы я сыграл вашим составом, ну, прям вообще вот прям в первую очередь, без всяких там очередей и все такое, вы можете задонатить, и тот, кто донатит, того составчики будет играться прямо вот в самую первую очередь. Вот так вот. Ссылочка на донаты есть в описании под видео будет, есть в описании моего канала, и в ВК тоже есть она. Можете найти. Так, Александр Житко. Это состав из ВК читаю. Дорогой Кекс, если ты читаешь, дорогой, заметьте, если ты читаешь, это значит я видео, да? Саня Житко, ты видео. Эйприл обычная. Эйприл обычная. Ага. То есть не Кунаичи. Эйприл обычная. Дальше. Джастин. Джастин Бибер, где ты? Представляете, ребятки, это Джастин Бибер мутировал, попал в мутаген и вот превратился вот в такого вот странного существа. Так, где ты, Джастин? Спой нам что-нибудь. Свой хитяру какую-нибудь свою. Так, ну где этот Джастин, слушайте? Неужели его пропустят? Да ёшки-петрёшки. Ладно, кто там еще был? Джастин, Крип, Рокзар, Армагон, пятая глава, пятый уровень. Да ёк-макарёк. Тут еще и заказы. Пятая глава, пятый уровень. Пятая глава. Хорошо.
Пятая глава. Пятый уровень. Окей. Почему такое именно прям пятая глава, пятый уровень? Ну ладно. Это уже не столь важно. Так, ребятки, нам сейчас важно найти Джастина. Что-то, блин, он не попадается. Он что, его убрали из игры, что ли, этого Джастина? Куда он дел? Вот же он. Вот он, Джастин. Потом Эйприл обычная. Крип. Рокзар. Вот, есть Рокзар. Эйприл обычная. Крип. Эйприл обычная. И Крип, вы где? Вот сколько, ребятки, все время повторяю, как хочется, чтобы персонажи можно было выбирать в два ряда, чтобы они располагались. Вот это было бы вообще супер, было бы намного проще и быстрее. И Армагон, и Армагоша, ты где мой Армагоша? Вот он, Армагончик наш. Все, ребятки, погнали. Вот эти мотыльки, они чем-то на ждунов похожи, да? Так, Армагон, это вообще, ребятки, просто мега, мега мощь. У него две массовых атаки. Он вообще просто крутейший боец. Имба, можно сказать так. Так, все, с мотыльками распрощались. Давайте, а ну-ка, Джастин. Фу, что ты сделал, Джастин? Как тебе не стыдно? Ой-ой-ой, ребятки, закрывайте носы. Что происходит? Так, Крипушка, а ну, что ты можешь, покажи. Вот, что он может, скорости решил. Так. Крадется наш Армагончик. Оп, подкрался. Практически незаметно, да? Никто и не заметил. Ох, Рокзар когти свои отбросил. Так, веер. Есть. Так, ну теперь давайте вот что-то. Электроглаза. Бу-бух, какие-то волны там, да, пошли. И Крип против Крипа. Есть. Наш Крип сильнее, чем их, ребятки. Победили. Все у нас просто классно. Так, Александр Жидко, твой составчик сыгран. Все хорошо. Так, следующий состав, ребятки, Айгис Рахимов, твой составчик будет? Куда бы пойти? Давайте на Бакстера Стокмана пойдем, почему бы и нет. Так, и Айгис Рахимов пишет, Крэнк фильм, приключения, выход из тени, особое испытание, эпизод 5. Ой-ой-ой, ну вот, Айгис, ты это что-то прям, не знаю. Так замудрено все понаписывал. Я, конечно, сейчас попробую. Где эти испытания? Испытания. И чего дальше? Ярость Рафа, живите долго играющий. Армагон. Армагеддон, техника. Приключения. Ай, блин, Айгис. Ну я не знаю, ты лучше пиши какую-нибудь главу или что-нибудь такое. Что-то попроще. Так, ладно. Даниил Гаринов. Следующий состав будет твой. Лео и Майки, Шреддер, Сплинтер и Шреддер классический. Вот это мне уже больше подходит. Как-то более все понятнее. Так, пойдемте в главу четвертую. Я так думаю. И давайте. На вот этого, на мутагеноида пойдем. И что у нас там было? Даниил Гаринов писал Лео и Майки. Шреддер. Какой вот Лео, какой Майки? Так, давайте пускай будет вот так вот. Шреддер, Сплинтер и Шреддер классический. Окей. Шреддер классический есть. И где Шреддер и Сплинтер. Все. Команда набрана. Погнали в бой. Так. Черепандеры наши классические, да? Так, пух. Отбил все звездочки. Нормалек. Так. И, конечно же, атака балбесами, ребятки. Ну, что ее беречь? Она просто... Реально, всю волну сразу вынесут они, все. И бежим дальше. Ух ты, да тут Собакин. Дог Паунд его, да, по-моему? По-другому еще называют. Мне как-то писали в комментариях, я читаю. Дог Паунд, думаю, где-то это я слышал. Короче, в каких-то, видать, старых частях черепашек называли его Дог Паундом, а потом переименовали почему-то Пастрозуба. Ну, что-то такое, по-моему. Так, в общем, сыгран составчик. И, ребятки, и движемся мы дальше. Так, сейчас все еще из ВК. Пока без из ВК еще. Так, Алишат Рустамов пишет. Алишат Рустамов, Супер Шреддер, космический раф. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда бы пойти? А пойдемте, а давайте на Собакина пойдем. Только что мы на него ходили. Еще раз на него пойдем. Так, Алишат
Рустамов, Супер Шредер, вы есть. Дальше. Космический Раф, Донер Львой, Лисица, Армагон. Лисица есть, Армагоша есть. И остался Космический Раф и Донер Львой. Слушайте, а меня тогда просили Донни Видения, а я взял, по-моему, Донни Ролевого. Ай-яй-яй, вот этого я тогда брал, когда надо было Донни Видения взять. Ребятки, простите. И не надо в комментариях мне потом писать, вот ты перепутал. Ну да, я перепутал. Бывает такое. Так, ладно, Донни Ролевой. И что там остался у нас? Космический Раф. Блин, ребятки, вот перепутал. Видите, заметил, признаю свою ошибку. Ну а чего, бывает. Бывает. Вот же был Донни Видения, которого просили. Ну ладно. В общем, все. Алишат Рустамов, твой составчик собран и готов к бою. Бежим. Блин, ребятки, вот что значит дня 4 не играть в черепашек. Уже, видите, забыл немножко. Запамятовал, так сказать. Так, ну ладно. Главное, вовремя вспомнил и признал свою ошибку. Это уже достойно лайкосика. Так, что там? Таракашки. Таракашки и крысяшки. Получайте от шредеряшки. Вот так вот. Они прям, ух, легли все, ручки раскинули. Такие, все, мы сдаемся. Так. А давайте вот эту вот атаку с метеоритом. Давай, размахнись, Армагончик. Красавчик. Третья волна побеждена, ребята. Алишат Рустамов написал тут сообщение. Ого-го, сыграй, плиз, пишет. Сыграл. Можешь пацанам в классе рассказать, что мистер Текс сыграл твоим составчиком. Ладно, ребятки, следующий составчик уже у нас будет из Ютуба. Анастасия Ластович. Все черепашки из фильма. Пойдемте на Криса Брэдфорда. Все черепашки из фильма. Это хороший выбор. Так. Лео, говорю. Донни. Раф. И остался Майки. Почему он где-то в конце вечно? Непонятно. Так, все. Все черепашки из фильма готовы. Погнали в бой. Первая волна. Кто у нас здесь? А, ерунда. Ерунда и чепуха. Кому пенделя? Пенделя от Майки. Есть. Так, теперь вот такое вот Рубилово начинается у нас, да? И палкой Молотилова. Саблями Рубилова и палкой Молотилова. И теперь что будет у нас? Холодильником Кидалова. Давай. Ух, и молодец. Там хоть колбаски не было со сметанкой, интересно. Пропадет же. Холодильник пустой, надеюсь, был, да? Так, есть, мячиком лупанули по башке. И массовая, ребятки. Массовая Рубилова теперь пошло. Ох, отлично, хорош. Анастасия Ластович, твой составчик сыгран. И дальше. И опять ее составчик. Все ролевые черепашки. Ну, извините. Не более одного составчика видео. Так, следующий состав, ребятки, у нас Елена Квасова. Елена Квасова, твой составчик. Морозильная кошка. Пойдемте, куда бы пойти, слушайте, а? На Бакстера Стокмана пойдете. Бакстер Стинкман. Так, морозильная кошка, Крит, Леонардо оригинальный и Кожеголовый. Лео оригинальный есть. Так, морозильная кошка, Крит нам нужен. Не пропустить бы никого. Так, ребятки, повнимательно. Морозильная кошка есть. Походу, Крипа пропустил, да? Кожеголовый. Эх, ёшки-матрёшки, где ж ты, Крип? Чего он вечно прячется? Зачем он это делает? С Макманом его иногда я путаю. Вот он, Крип. Чё, всё, 4 бойца, да, получается? Морозильная кошка, Крип, Леонардо оригинальный и Кожеголовый. Да, всё, 4 бойца. Бежим в бой. Ой, под дождём, слушайте. Плохая погодка. Мне не нравится. Нужно отсюда быстренько убираться. Давайте, черепашья сила. Лео, давай, жги. А морозильные кошки, смотри, а рада такая. Что-то там приплясывает со стороны в сторону, да, такая. Лапками машет. У нее все хорошо, ей все окей. Она под дождем не тает, что ли, я не знаю.
Ну, короче, ей весело. Так. Вот у нас тут опять таракашки. Грязные таракашки. Мутанты. Так, мы их оскорбили. Ничего. Так, а ну-ка. Что там, заморозило? Не заморозило. Ну, в принципе, все равно нормально. Главное, что вынесло. Так, крипуля, а ну давай, покажи, что ты умеешь. Бабах, есть, отлично. Силено. Силен батон, потому что крип. Бух, отлично, вырубили. И, ребятки, третья волна у нас на подходе. И тут батя Эйприл. Вот он. Ужас, летящий на крыльях ночи. Так, что-то он там размахался. Давайте, бревнышко, откажи голова. Юху, отлично. Так, ну что же, ребятульки, это был последний составчик в этом видосе. Если вы хотите еще серию по черепашкам как можно скорее, давайте наберем под этим видосом 1000 лайков. И вот как только будет 1000 лайков, сразу же выйдет видео с вашими составчиками. Все, на этом будем с вами прощаться. С вами был Вовкин. Пока-пока.